В Московской области стартовало первенство по футболу среди мужских команд группы «Б». Спортивные матчи будут проходить в течение всего летнего периода в разных муниципальных образованиях. Первая встреча состоялась в городском округе Люберцы на стадионе «Электрон». На поле хозяева стадиона футбольный клуб «Краскова» принимает в гостях спортсменов из Орехово-Зуевского городского округа. Встреча между этими командами открывает серию летних игр, которые будут проходить в рамках чемпионата Московской области. Выступать первыми всегда сложно, но футболисты справляются. Ну, пока хорошо, 1-0 ведем, середина первого периода. Матч складывается положительно, я говорю, они почти не бьют по нашим воротам. Мы больше времени проводим в атаке. Так что, я думаю, результат будет положительный. Всего в первенстве Московской области в группе «В» примут участие 10 команд. В честь городского округа Люберцы защитят 3 футбольных клуба. В целом, в этом году люберецкие спортсмены представлены на многих областных и всероссийских площадках. ФК «Люберцы», которые в этом году под наименованием ФК «Люберцы 400» принимают участие во всероссийском турнире тоже областной зоны. Вот как раз мы забили гол. Очень здорово. Еще один коллектив из Томилина. Это молодые ребята, которые принимают участие тоже в областных соревнованиях. Это группа «Б». Вот, к сожалению, они стартовали не очень удачно, проиграли 2 игры. И вот сегодня как раз они тоже играют на выезде. Подведение итогов первенства состоится в конце августа. После завершающей игры станет известна лучшая мужская команда Московской области по футболу. Дебют люберецких спортсменов на этом чемпионате прошел удачно. Они обыграли соперников со счетом 4-3. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.